Дашенька, проснись. Что случилось? Нам надо разойтись. Так мы же сошлись только... Вот именно, ты меня уже достал. Мне 45. Я адвокат с успешными клиентами. Занимаюсь экономикой, то есть работа будет всегда. Я тут хочу на время сойтись с каким-нибудь... Время. Мне просто надо, ну, знаешь, регулярный секс, хороший разговор и слив негатива. Где искать собираешься? Уже все найдено. В предварительный финал вышли молодость. Человек — это космос. Я уже давно за глубину, а не за ширину. И старость. Она вообще падать собирается? Я вот тоже интересуюсь. В сухом остатке оба готовы к экспериментам, размеры сопоставимы, и с каждым есть о чем трахаться. Ты, кстати, по главному критерию проверила? Какому еще? Я так понимаю, последние бабки. Вот это по-нашему. А я думала, ты скажешь, что я дура. Да ты че? Кто я такой, чтобы тебе за сумку предъявлять? Это глупость — потратить последние деньги на сумку. Я душный, я знаю, но зато с запасом. Ну что мне делать, монетку, что ли, подбрасывать? Мне они оба нравятся, каждый по-своему.